Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы вам покажем совсем не рядовой объект недвижимости. Качественный, масштабный и красивый. В листинге нашего агентства мы отдельно выделяем усадьбы и дома премиум-класса. И иногда мы спорим, относится ли какой-то конкретный объект недвижимости к усадьбе или дому премиум-класса. Сегодняшний объект, без всяких сомнений, относится к категории усадьба. Слово «усадьба» радует слух русского человека. Оно навевает мысли о семейных ценностях и о статусе человека. Многие мечтают иметь усадьбу. Сегодняшний объект недвижимости смело может удовлетворить запросы взыскательного покупателя, который хочет иметь серьезную усадьбу. Прежде чем начать наш рассказ, я прошу свою коллегу Александру коротко сказать три черты, три достоинства, которые ты хотел бы выделить как главные в этом объекте. Прежде всего, я бы отметила огромный участок, 63 сотки. Второе – это каскад прудов. Примерной площадью 300 квадратных метров. И что больше всего меня поразило, это фермерский уголок в конце участка, который закрыт от основного. Из множества других достоинств этого дома, этой усадьбы, я добавлю еще три, тоже наиболее меня впечатливших. Это, во-первых, то, что это одно из наиболее живописных мест в пределах Новой Москвы. Тихих, зеленых и замечательных. Еще один аспект – это богатейший функционал этой усадьбы. Здесь около десятка только дополнительных вспомогательных строений, еще около десятка различных зон на участке, которые мы вам детально покажем. Здесь есть все, что может понадобиться для жизни семьи. Ну и еще я выделил бы, и мы вам покажем это более подробно, замечательную зимнюю беседку с масштабной печью на все случаи жизни. Итак, мы вас приглашаем осуществить прогулку по этому прекрасному дому. Мы находимся на площадке в начале участка. Напомню, его площадь 63 сотки. И это очень большой участок. Участок начинается с большой парковочной площадки. Здесь вмещается до 8 примерно автомобилей. Мы видим здесь специальный домик для охранника с системой открывания дистанционного ворот. Здесь огромный вольер, и еще один вольер есть в другом месте участка. И также в начале участка находится гараж. Немного формальной информации. Общая площадь строений здесь примерно 950 квадратных метров. Их здесь около десятка. Первое строение – это гараж. Его площадь 175 квадратных метров. Это двухэтажное здание, на первом этаже которого большой гараж площадью примерно 93 квадратных метра. Там есть система хранения, подведенная вода, канализация. Есть отдельное отопление в нем. А на втором этаже с отдельной лестницей находится квартира, которую может использовать как гостевая или как для персонала. Ее площадь более 80 квадратных метров. Там есть кухня оборудованная, санузел, ну и место для остальной жизни. Несколько слов о месте, где мы находимся. Это деревня с красивым названием Сенькино-Секелино. Она находится примерно посередине между Калужским и Киевским шоссе. Если брать по Киевке, это 32 плюс примерно 8 километров. Если брать по Калужскому шоссе, это примерно 29 плюс тоже 7-8 километров. За центральной кольцевой автодорогой, но далеко от нее. Здесь идеальная тишина, поют птички. Есть в досягаемости школы в Новоглаголево, в Красной Пахре, детские сады. Есть инфраструктура коттеджного поселка «Солнечный город», там всякие зоны отдыха, рестораны в полутора километрах отсюда. В 150 метрах от этого места вход в заказник Михайловский. Это такая великолепная лесной большой массив. Это обжитая
коттеджная застройка, состоящая только из больших участков, застроенными солидными домами. За моей спиной увидите основной дом. Его площадь примерно 500 с лишним метров. Он построен из полированного камня. Толщина стены около 70 сантиметров. Облицован качественной, красивой декоративной плиткой двух цветов. Вы видите замечательную архитектуру, большие оконные проемы, окна круглой формы, в нем три уровня, и он замечательно построен. Мы начинаем прогулку по этому участку, проходя между гортензиями и розарием, попадаем в одно из самых таких впечатляющих мест. Я хочу показать, это искусственный родник из таких больших камней, из жадеита, где внутри камней проделано отверстие, и из скважины поднимается вода. И она вот так вот постоянно красиво так течет. И птицы, когда жарко, рассказывали собственники участка, садятся и прям знают, что здесь есть свежая вода, и утоляют жажду. От искусственного родника мы продвигаемся дальше, по кругу. Хочу обратить внимание на замечательные насаждения на участке и естественные деревья. Ну, не меньше 100 взрослых берез по 30 метров высотой. Также мы видим здесь десятки вот таких вот высаженных уже взрослых сосен. Газон с автополивом и множество других деревьев, кленов, лип, цветов различных, гортензий красивейшие. Ну, просто участок просто великолепен. И мы передвигаемся и подходим к очередному строению. Это навес для пинг-понга. Его площадь примерно 40 метров. Мы видим масштабную беседку, серьезную, из дерева, с покрытием специальным и теннисный столик. Спортивная площадка сразу рядышком, посмотрите, здесь можно заниматься. Вот таких вот фонарей в стиле ретро мы насчитали не менее 70 штук на участке, сбились со счета. Даже утоплен Александр Борисович. Да, вот это мы, кстати, не посчитали. Да. Мы подходим к, наверное, самому главному достоинству этого объекта. Это каскад прудов. Видите, здесь кварцевый песочек, такой пляжик. И мелкий вход. Это первый пруд. Его площадь 180 квадратных метров. Он выложен полностью из бетона. Сделана специальная гидроизоляция. И также щебенка. И в нем есть три уровня глубины. От мелкой, там, где могут дети купаться. И купаются реально. До 2,5 метров. Вот в том месте, где примыкает к бане. Каскад прудов сделал уникально. Честно говоря, мы такого не встречали. Только что вышел наш ролик недавно, несколько дней назад, где мы показывали тоже замечательный, великолепный пруд в другом доме. Там вообще площадь была 500 квадратных метров. Он тоже замечательный, уникальный. Но это уникальный по-своему. Вот мы идем по дорожке, которая разделяет два пруда из каскадов. Первый и третий. В этот первый пруд подается вода из скважины. И вот через вот этот вот фильтр грубой очистки сюда сливается с поверхности там пыльца, что падает, да? И вода проходит без всякой химической очистки. Она попадает во второй пруд, который по левую руку от меня. Здесь мы видим массу кувшинок и других растений. Кстати, вот этот холмик, под ним вот через этот люк можно попасть специальный такой большой бункер, где все эта система управляется, насосы и так далее. И вот здесь происходит очистка воды естественным образом. Эти вот водные растения ее очищают. Здесь уже не купаются, а наслаждаются видом. Этот мостик разделяет вторую часть пруда и третью, где уже совсем осока и камыши. И уже отсюда очищенная растением вода опять попадает в первый пруд. Замечательное инженерное решение. Площадь прудов превышает 300 квадратных метров. Первый раз такое видим. А
Обратите внимание, Александр Борисович, на эти замечательные кувшинки. Я такого, правда, не видела нигде. Вот такие кувшинки, которые распустились во втором прудике. И я слышала, что белые кувшинки, они достаточно редко распускаются, а в этом маленьком прудике они есть. Мы сейчас находимся на террасе бани, которая находится на берегу пруда после того, как ты попаришься. Там есть хамам великолепный. Можно нырнуть в пруд. Здесь самая глубокая точка. Вот, посмотрите. Я вас приглашаю в баню. Вам будет очень интересно. Пойдемте. Да. Баня из клееного бруса, 120 квадратных метров. Мы из прихожей попадаем в зону отдыха с камином. И отсюда мы с вами переходим в зону бань. Я не случайно сказала в зону бань, потому что здесь есть финская сауна и хамам. Хамам из травертина. Смотрите, как красиво он отделан плиткой. И вот этот купол позволяет не капать каплю на тело, когда вы отдыхаете. А есть также финская баня. Вот. Она со вставками из кедра. Вот такие соляные вставочки. И вот эта великолепная печь. Я так хочу, чтобы о ней рассказал Александр Борисович. Да, я не знаю, почему ты называешь ее финской. Это нормальная парная, где можно париться любому русскому человеку с вениками. Да. Здесь три полки широченные, отделаны абашем. Печь серьезная, большая, отделана только хлоридом. Это очень хороший материал для отделки печей. Ну и подсветка соляным камнем. Как вы говорили, она отсюда не обжигает? Ну, она сохраняет тепло и позволяет не обжигаться. Да. Пойдемте дальше. Добавлю, что здесь есть душевая, обливочное ведро и туалет. Покажем вам, что находится на втором этаже банного комплекса. Здесь помещение свободного назначения, площадью примерно около 40 квадратных метров, с большим количеством большого размера мансардных и вертикальных окон, и также организована спальня, которая может использоваться для гостей или для себя. Взгляните на этот идиллический вид, который открывается с задней стороны дома в сторону пруда и бани. Посмотрите, какого качества участок, какие деревья, насаждения. Но движемся дальше. С задней стороны дома мы идем мимо задней замечательной террасы, которую мы вам еще покажем чуть позже. А сейчас вам покажем одну из важнейших и красивейших опций дома. Это зимняя беседка. Она капитальная, сделана серьезная. Площадь ее примерно 50 квадратных метров. И ее отличает очень богато сделанная система печей. Посмотрите. 7-метровой длины, если не больше. Мы видим здесь мангал. Хорошая мойка с двумя раковинами. Печь под казан. С этой стороны мы видим печь обычную, тут две огромных конфорки, коптильню, даже вытяжка есть. И особо интересная опция – это тандыр. Тандыр имеет серьезное преимущество по сравнению с другими печами. Да. Да. Вот такая большая емкость. Здесь разжигают примерно около часа угли, и когда они сгорают, сюда помещают то, что мы будем готовить. Кроме возможности приготовления таких обычных вещей, как шашлык, как пицца, которые помещаются здесь хорошо и замечательно делаются, здесь можно сделать вещи, которые нельзя сделать или, по крайней мере, нельзя хорошо сделать с помощью других печей. Можно целого поросенка, большую свиную рульку, целую курицу. Особенность в том, что здесь пища подвергается воздействию не огня, а тепла от стенки печи. Он распространяется равномерно, очень горячо. Еда готовится там в разы быстрее, сохраняется сочной,
как говорят специалисты, при этом не передаются канцерогены, в отличие от мангала. И вот такие огромные достоинства, которые я рекомендую использовать владельцам частных домов. Сейчас мы с вами находимся в зоне кострища. Очень удобно расположены скамеечки. Здесь также можно готовить, разговаривать вечерами. Очень хорошее, уютное, приватное место. Мы почти совершили круг по участку. И вот проходим мимо такого неплохого очень детского городка. И приближаемся к тому, чтобы наконец войти в основной жилой дом. Мы у входа в дом. Он начинается, как это правильно всегда я отмечаю, сделано с большого крытого крыльца. И вот такой вот серьезной итальянской двери. Прошу. Мы в доме, в прихожей. Здесь сразу слева от входа хорошая гардеробная. А справа есть еще и вешалки. И отсюда мы попадаем в холл. Центральный холл дома. В доме 3 этажа. Площадь этажа примерно 150 квадратных метров. Мансардный этаж немножко поменьше. Обращу сразу внимание на качественную отделку дома. Мы видим здесь декоративную итальянскую штукатурку. Мы видим итальянские двери из массива дерева. По-моему, это красное дерево. Высокие, высотой 2,10. Дверные проемы. Отсюда мы попадаем сразу в спальню. Это специально организованная на первом этаже спальня. Ее площадь около 20 квадратных метров. И у нее есть собственный полноценный санузел с душевой кабиной. Здесь, как и дальше, мы увидим качественная дорогая плитка, красивые люстры, сантехника Якоб Делафон и Вильроен Бог. Все качественное и без износа. Еще немного по отделке. Мы видим на стенах бумажные американские обои, мебель из массива дерева, большие оконные проемы и такие замечательные подоконники из толстого мрамора Crema Marfil толщиной 3 сантиметра. Из холла мы попали в гостиную. Ее площадь около 40 квадратных метров. Такие же большие оконные проемы. Потолки такие интересные, сложные здесь. Их высота 3 метра. Мы видим замечательный камин, облицованный белым мрамором, бельгийская топка, стекло, которое специально так обдувается и не обжигает, если прикоснешься. И, по словам хозяев, он замечательно функционирует, прекрасно горит, сохраняет горение 10 часов. Мягкая мебель итальянской компании Flexform. И отсюда, из гостиной, вот через такие раздвижные двери. Кстати, замечательное решение. Считаю такое решение наилучшим, когда гостиную и кухню разделяют все-таки. Раздвижная, но все-таки есть дверь, которую можно закрыть. Мы опадаем в просторную кухню площадью 28 квадратных метров, о которой вам расскажет моя коллега Александра. Сейчас мы с вами находимся в кухонной зоне. Это зона хозяйки. Она оборудована итальянским кухонным гарнитуром Astra. Здесь у нас плита Bosch, посудомоечная машинка. Она сделана, кухня, из массива дуба. Здесь холодильник side by side. Вот. А также здесь есть такой массив, стол из массива дуба, наверное, вот, который может вместить 8 гостей с большим окном, широкими подоконниками. И из этой зоны мы можем попасть на веранду. На редкость великолепная веранда, очень широкая, 5 метров шириной на 12, большой стол. Веранда выходит на заднюю часть двора, которая недалеко находится от нашей беседки зимней. Также на первом этаже расположен такой просторный гостевой санузел с качественной плиткой и сантехникой. И есть такая хозяйственная зона, здесь кладовая с хранением. Зона, комната постирочной, гладильной. Обратите внимание на очень редкое
то, что редкую опцию, которую мы встречаем в загородных домах. Это не просто стиральная машина, и не просто мили, это мили профессионал. Большого объема, может использоваться даже в гостиницах, но вот одна такая машина стоит примерно 500 000 рублей. И хозяйка очень довольна ею. Хочу сказать, что у этого объекта есть в основном доме свой котел, а в бане и в гараже собственные котлы. Там котлы двухконтурные мощностью 24 кВт Вайланд и этой же фирме, но мощностью 80 кВт котел в доме. Также здесь есть большой, примерно 300 литров бойлер косвенного нагрева Вайланд, дающий горячую воду. Пятиступенчатая система очистки воды. К слову, на участке есть две собственные скважины глубиной по 40 метров, три системы биоочистки, станции биоочистки, Топаз на дом, на Топаз 20, на 20 человек рассчитано, и на два вспомогательных строения Топаз 5. То есть вообще в доме серьезная инженерия. В частности, мы ходим по дому, вы можете увидеть камеры, 32 камеры, установленные по всему участку, по всему дому, есть в каждом помещении. И в том числе две камеры позволяют не только записывать, но и наблюдать в реальном времени то, что происходит в гараже и в гостиной. Можно их выключать по желанию, а можно использовать. И это хорошо для людей, которые, скажем, не всегда присутствуют в доме и хотят наблюдать за ним дистанционно. В том числе с мобильного телефона можно видеть температуру в строениях. В случае протечки воды вы увидите это, то, что произошло. В случае утечки газа, дыма. То есть, в принципе, организованы элементы системы «Умный дом» в довольно большом объеме. Также на участке, участок большой, 63 сотки, организована система бесшовного интернета. Это Mesh-система, современная система, которая позволяет любой части участка или дома получать качественный интернет скоростью до 100 мегабит в секунду. Также мы видим здесь систему кондиционеров Daikin. Она организована в гостиной на втором этаже и также на мансарде, что особенно ценно. Но дом очень теплый, и хозяевам достаточно включать кондиционер в жаркую погоду на третьем этаже, и холод от него распространяется вниз, и этого им достаточно. Также есть система сигнализации в доме. Там датчики на движение, на открывание, тревожная кнопка в полицию. И также есть еще дизельный мощный генератор. Лестница между первым и вторым этажом – это лестница из ценного массива дерева, из мирбау. Ширина 1,20 м. Пойдемте на второй этаж. Мы сейчас с вами на втором этаже. Здесь три спальни. Кабинет, два санузла. Александр Борисович расскажет о спальнях. Прежде всего покажу вам замечательный хозяйский блок. Его площадь около 70 квадратных метров. Обратите внимание, здесь двери той же самой компании, производителя итальянской, очень качественные, из массива дерева, только дерево другое, и они светлого цвета, но такие же прекрасные. В хозяйском блоке мы видим спальню, ее площадь около 25 квадратных метров. Шелковые обои, карнизы, светло, ничего лишнего. В этом же блоке мы видим оригинальное решение достаточно. Мы часто, иногда видим, когда существуют две гардеробные, мужская и женская. А в данном блоке хозяйском две гардеробные есть, но они не мужская и женская, а вот эта гардеробная, она общая мужа и жены, и здесь хранится обычная одежда. А во втором гардеробе, второй гардероб предназначен для хранения зимней одежды и обуви, где много для этого соответствующих полок. В санузле, относящейся к главной спальне, площадью 20 квадратных метров, мы видим замечательные опции. Это 3D-панели на стенах. Это замечательное, огромное джакузи от компании Blue Bleu итальянской с аэрогидромассажем. Но главное, отсюда открывается вид, лучший вид на участок, на пруд, на деревья, на баню.
Также в этом санузле мы видим круглое окно в зимний сад, душевую кабину и раковину на двоих хозяев. С противоположной стороны блок, в котором есть кабинет, площадью примерно 1 квадратных метров. Здесь установлена очень дорогостоящая мебель из массива палисандра. Ну вот стоимость этого комплекта приближается к 30 тысячам евро. А также две спальни, примерно по 19 метров квадратных каждая. Мы видим такое красивое, эффектное, круглое окно. Мне очень нравятся такие окна. Бумажные обои. И такая же вторая спальня. Здесь тоже может быть детская, может быть не детская. На полу мы видим паркет дубовый. И отсюда есть выход в большой зимний сад. Его площадь 56 квадратных метров. Здесь потолок и все стены из теплого алюминия, где также можно, особенно детям, проводить время. Мы вернулись в холл второго этажа, он большой. Обратите внимание на светильники, люстры. Вот единой стилистики, такие серьезные, красивые, богатые. Также на этом этаже находится общий санузел с душевой кабиной. Вот такой большой видовой балкон с кованым ограждением. И вот по этой лестнице из канадского клена, из массива канадского клена с ограждением из нержавейки мы поднимаемся на третий мансардный этаж. Сейчас мы находимся с вами на мансарде 115 квадратных метров со множеством мансардных окон. А здесь есть кондиционер, он очень мощный, может охлаждать весь дом. Ну, а самая моя любимая часть – это, наверное, бильярдный стол профессиональный, 12-футовый. В завершении нашего обзора презентую вам одну из интереснейших и редких опций усадьбы. Это фермерская зона, как бы. Я бы не назвал бы ее, в отличие от Александры, уголком, потому что примерно 12 соток участка выгорожены таким заборчиком, можно его убрать. И мы здесь видим, во-первых, довольно большую зону посадки различных там овощей, зелени. Вот. Ну и здесь тоже самый лесной участок. Дальше мы видим домик, который может быть домиком для персонала или для гостей. Его площадь около 60 квадратных метров, он капитальный. И в нем три спальни, санузел, кухня. Он полностью годен для жизни. Там есть свой котел, своя система обогрева, воды, канализации. И дальше мы вам покажем сейчас комплекс хозяйственных строений, необходимых для осуществления фермерской деятельности. Пойдемте. Здесь несколько дверей. Кладовая. Не будем на ней долго останавливаться. И еще одна интересная кладовая, в которой организован холодный подвал. Подвал очень серьезный. Его площадь 7 квадратных метров. Он очень серьезно сделан. Здесь полностью бетонная коробка с хорошей гидроизоляцией. Он сухой, высотой 2 метра. И здесь круглый год температура от 10 до 12 градусов, что позволяет здесь хранить сырые, вина и еще много чего еще ценного. Из кладовой мы попадаем в следующую часть дома, хозяйственного строения, о котором расскажет Александра. Для чего она? Очень часто поступает такой запрос от клиентов, а где, возможно ли на участке хранить пони или лошадей. Вот здесь как раз такое место, где могут жить копытные животные, козы, пони, вот, и лошади. А за этой дверью у нас живут куры, а здесь загон. Пойдемте покажу. Так он плотно открывается. Вот. Здесь живут куры. Посмотрите. Экологическое мясо. Экологичное мясо. Ну, все видно. Пойдемте. Да. Спасибо.